За право представлять наш город на республиканском фестивале юноармейских отделений и военно-патриотических клубов «Нам этот мир завещан беречь» в конце прошлой недели боролись 13 команд – кадетские классы, юноармейские отделения школы и техникумов Новочебоксарска. Городской этап прошел в преддверии Дня защитника Отечества. Участвующий в торжественном открытии мероприятия заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела образования Марина Соловьева и депутат городского собрания депутатов Дмитрий Стафик поздравили участников с предстоящим праздником и пожелали всегда оставаться достойными гражданами своей страны. От всей души хочу всех поздравить с началом этого замечательного праздника. От всего городского собрания депутатов пожелать вам успехов, побед. Пусть не все сегодня получат призы, но проигравших в этом соревновании нет. И предзнаменование праздника Дня защитника Отечества хочу сказать, что видя здесь молодых прекрасных девушек, это не значит, что у нас защитники только мужчины. Многие женщины с достоинством нас служат в вооруженных силах и в других своих структурах. Согласно положению, в рамках фестиваля были проведены 3 конкурса. В конкурсе строевых программ юноармейские отделения представили плацконцерт, музыкально-строевую композицию и исполнение строевых приемов под музыку строевых маршей. На месте! Стой! Налево! Счет! Раз! Счет! На конкурс видеороликов социальной рекламы «Три цвета Родины» участники подготовили мультимедийный продукт в форме социальной видеорекламы, направленный на изменение модели общественного поведения в области формирования патриотического мышления молодежи, профилактики ксенофобии и национализма, пропаганды здорового образа жизни. Театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, отразившие участие патриотически настроенной и социально направленной молодежи в деятельности по сохранению окружающей среды, были представлены в конкурсе постер-групп «Мы дети, твои родная земля». 3 команды, набравшие максимальное количество баллов, примут участие в республиканском этапе фестиваля в зачет первой спартакиады юноармейцев Чувашии 2012-2013 учебного года, который пройдет 26 февраля на базе Новочебоксарского центра развития творчества детей и юношества.